На этой неделе будет модернизирован светофорный объект, расположенный на перекрестке проспекта Победы и улицы 15 лет Октября. На нем установят отдельные секции, разрешающие поворот налево. Модернизация светофоров областной столицы производится на основе анализа транспортных потоков и в целях повышения пропускной способности наиболее оживленных перекрестков. В частности, это касается регулировки левых поворотов и разворотов. Установка поворотных секций на светофорных объектах города является частью работы по обеспечению безопасности дорожного движения.